Салам алейкум! Привет. Павел Антонович! Здорово! Ну чё? Извините, что долго ехал к вам. Здрасте! Здрасте! Ну здрасте! Позолоти ручку-то! Давай деньги! Давай, чё случилось-то? Дырка? Дырдочка! Так она большая, слушай! Да, я протирал! Ой, сейчас, давай я тогда фонарик, наверное, выключу. Бампер смещенный. Пластиком протирал. Слушай, нифига какая. Да, там здоровая дырка. Здоровая дыра, блин, прикинь. Охренеть, блин. Короче, тосол уходил что-то как-то. Вовремя заметили. Грубите машины, блин. Да, ну как грубите. Рабочие моменты, Павел Антонович, как ты так? Что значит грубили-то? Что ты сейчас запаять хочешь или что? Ну ясно дело, не так а что, отдать туда может или что? В этот. Сейчас, ну, хотя на станции, наверное, это будет долгая история. Нет, если у него куча паяльников-то нет. Так ну, нет, так у него паяльников-то куча, у него очередь, наверное. Там. Они в основном дырки не любят паять. Да. Им проще сото заглушить. А бачок скажет, меня бачок. Это вот на трешке на 402 у нас. Я в тот раз его покупал новый. Двухрядный, медный. А на Жизельке у нас стоит трехрядный. Но он немножко, Пашка, не подходил, да? Мы там чуть-чуть крепление. Да, он чуть пошире. Переконструировали чуть-чуть. Слегка. Это впритык становится. Вот этот. Шайтан. Шайтан, иди сюда. Шайтаном она. Ладно, посмотрим, что. Ладно, давай глянем, что ты тут запаяешь. Машину завтра надо, огонь вообще. Ничего нигде не успеваем. То, что у меня есть? Печечка у него топится там. Вот паяльник, молоток. Но он маленький. Для малых работает. Для таких радиаторов больше должен быть. Где-то у меня он не знает, где он больше. Так а что ты это самое? Все, на углю поставил, глядите. Дядя Паша, вот сегодня просто суббота, а завтра с утра машину надо. Вот, ребята, выходим из положения. Вот он, вот ему надо вот в субботу поломаться. Вот нельзя было поломаться тебе в пятницу. Я бы его сразу бы... Сейчас винобанный день будет, блин, а я сервис бы отдал бы. Сервис батал. Да не. Такую дырку тяжко запаять. Дырдочка. На бачке. Тем более. Ну так у них-то там инструмента есть, наверное. Нет. Сама это. Как это? Латунь. Это. Немножко не такого состава, как раньше были. Вот это на радиаторе, которая? Да, чуть-чуть не так. Почему? Ну там иначе другие температурные режимы и другой состав. О, надо. У меня где-то есть вот это еще. Ну что ты, давай заваривай. Mm-hmm. Или что? Так это не медный что ли, а латунный он получается, да? А? Он латунный. Они все латунные. Че ты трешься здесь, а? Ты че? Зверюга, блин. Медный, у него же мягкие бачки будут. Mm-hmm. Это просто от нагрева. Как это? Выходит сама присадка. Вот это олово, как говорится. Давай его сюда вот, на это, на светло, туда здесь посветлее над лампой. Тащи сюда баретку. Да не, мне здесь надо прижимать его. Чего прижимать? Так я тебе помогу, подержу, что ты там делать ты будешь. Не знаю сейчас. Ты вообще чего хочешь сделать-то? Что я хочу сделать? Так, что, не нагрелось же еще? А, ты прикурить хочешь? Вот, вот кошечка, а. Вот интересно все ей, а. Вот трактор придешь сделать, а она там сидит на двигателе, на головках, блин. Охренеть, блин. Куда-нибудь пойдешь, она как собачешка бежит за нами, блин. За ним особенно бегает. Вот что вот ей там надо? Вот села и сидит там рядом. Холодно будет? Да не холодно. А? Просто. Как и возле печки тоже к холоду. Ну, холоду.
Она и там возле трактора с тобой сидит так же. А там уже тепло будет. Посмотрим сейчас что. Попробуем. Интересно все ей. Ну так это же естественно. Это паяльник. Ты берешь зубами, хватаешь, паяешь. А что за паяльник такой модный? Это же этот. Походный. Вейп. А, это же это. Походный, как он называется? Горелка походная. Кто? Походная. Охренеть, я ни разу не видел такую штучку. А что ты там делаешь-то? Припаиваю. Чего припаиваю? Вот эту жестянку. Кого? Ну, жестянку припаиваю. Какую жестянку? Ну вот же жестянка. Ну это от консервной банки. Вот она. Давай, натика. Опа, натикала. Да, это тебе не на станции. А мне похер. Так, сейчас газ кончится, блин, или чего? Ты чего все кончится? Да. Можно заправить, да? Конечно. От зажигалки заправка. От какой зажигалки? Обычная зажигалка. Да, доставляешь, а из зажигалки сюда переходит. Ну, тут же есть заправщик. А это что такое? Подожди, а что ты там делаешь? Кислота. Какая кислота? Соляная. Тут ничего хоть не бомбанет? Бомбанет. А? Соляная кислота? Да. Где ты ее взял? Есть, потому что... Так у тебя там в этом в катакомбах что только нету. Но мне что, не травленое, что ли? Да, далек я, конечно, от этой всей темы. Очень далек. Хотя интересно. Эх, надо уже будет, наверное, новый будет. Обрезать пластинку. Почему? Почему? А, я тут перегрел, походу, ее. Да. О, он же тоже не любит перегрев. Она же... Посмотрим, что там. Тут не так просто это сделать. Такую же шинку поставить. А как ты такую дырку? Дырку тебе, отверстие? Да, отверстие-то. Сейчас погрею. Ну, что думаешь, она держать будет? Кто? Вот эта штука. Куда она денется? А? Куда она денется? А ты там что там? А олово где там? Канифоль или что там? Там уже все заужено. Как? Заужено уже. Бля, пацаны, я вообще не понимаю, что он делает. Заудил. Заудил? Нет. Заудил? Скажи лошадь. А? Козявка. Скажи лошадь. Я тебе говорю, козявка. Задолбали, кобыла. Кобыла. Ну что, запаял? Ну, замазал что-то. Да? Заляпал. Ой, блин, тут не видно так. Свечивает. А что ты хотел увидеть, как? Ну, посмотреть. Ну, ну что, о, так о. Оловом залатал, да? Конечно. Там планочку залил. Металлическую. Там дырка-то вроде. Че, нормально вроде? Палец выглядит, да? Заляпалось. Ну да. Давай делать. Сейчас проверить бы чем-нибудь, да ладно. А что ее проверять-то? Ну так-то видно, что она ровно. Ну да, вон же запаяно, сразу нормально все видно. Пакет! Там скоро с другой стороны дырка будет. С какой? С той-то? Да. Да нет, там надо просто с бампером что-то сделать, чтобы она больше не это. Там отодвигать бампер надо. Блин, вообще, ё-моё. Ну, а что там за кислота так ещё тебе было? Солёная. Солёная. Один-то не травлённая,
Вот это, по-моему. Непротравленное желтое же вроде бы, да? Ага, желтая, нет. Она не травленная, надо ее потравить будет. Цинк надо будет купить, потравить. Молоточек появился такой. Приспособы всякие. Ну, этим-то ничего, это горелка. Вот это? Долго, конечно, но слабенькая. Ну, паяет. Так, в дороге-то нормально. Если мало что там полетело. Да. Чё? Надо как-то ставить, дайте. Да, сейчас, конечно, скоро сейчас приедут. Это, технику надо освобождать место. Так завтра нам с утра уже, в 6 утра. На это, гонки на виражи, блядь. В потемках. Ой, ребята, ничего не видать. Короче, уже без вариантов тут так снимать. На, вот тебе, Павел Антонович, резиночки. Закругляемся мы со съемкой, ребята. Все, уже темно. Ничего не видно. Вот так, Пашка, ты уже все прикрутил. Где? Вот он этим штуками, да, цепляло. Че? Ну вот там снизу. Вот а он. Там ребро. Вот она, вот этим вот, да? Вот этим, да, и перетерла. Угу. Ничего, сейчас как будет? Так же будет перетирать. Ну, так сколько лет-то он ездил? Да. И что, так оставим, что ли? А, что, тут надо бампер задвигать, дергать. Как бампер? Так давай хоть резинку какую-нибудь оденем туда или что? Ну, сейчас туда. Я ж пока мы ставим этот на живулю. Ну, ладно, ребята, закругляемся. Всем привет. Ага. До новых встреч, еще увидимся. В общем, вот такая у нас история была. Недавно.